Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 101 тысяча километров. Заменю на нем пластиковую защиту двигателя. Были маленькие неприятности на дороге, и защита поломалась в местах крепления. Сейчас подниму и покажу, где. Поэтому решили не паять, не экспериментировать. Заказали защиту и заказали новые клипсы. Вот эти моменты. Здесь вырвана пятак, здесь вырван пятак, и здесь вырван пятак. Три болта, которые крепят, остается только на клипсах. Когда крепишь на клипсах, она начинает резонировать, начинает стучать. Здесь, в принципе, можно было припаять, подшить, сделать, но стоит она не так дорого, хозяин сказал, менять однозначно. Также здесь вот у нас крепление сзади тоже два болта, но они целые, здесь все нормально. Откручиваю болты, снимаю клипсы и снимаю защиту. Клипсы вот здесь еще по бокам с двух сторон стоят. Вот они. Они тоже обе выскочили, потерялись. У нас остается только две родных клипсы. Поддеваем и снимаем их. Откручиваем последний болт, уцелевший спереди. Все, защита снята. Новая защита оригинальная. 29110 3U500. Также сразу заказали клипсы новые и заказали болты новые. У клипс номер сейчас скажу. Клипсы под номером 86-590-28-00, а болты идут под номером 11-251-082-56-Б. Ну а дальше уже дело техники. Распечатываем и устанавливаем. Все-таки как приятно новые вещи держать в руках и устанавливать их. Завожу защиту, направляющий под бампер, и все, наживляю болты. Ну все, болты наживил, теперь вставляю клипсы. Клипсы новые, конечно, вставлять одно удовольствие. Они не расщеперены, в отверстие встают нормально. И вот эти боковые клипсы тоже легко попадают в отверстие. Вообще, по-хорошему, их надо после каждого снятия новые ставить, пластиковые. Но то забываешь заказать. Цена у них небольшая, но работать с ними приятно.
все. Дело техники. И стоит новая защита. Мелочь снизу, а приятно. На этом все. Всего вам доброго.